Учащиеся Хандыкской средней школы узнали новое о правах детей и поделились своими познаниями. Там прошел брейн-ринг, его посвятили Дню правовой помощи детям. О том, как это прошло, расскажут наши корреспонденты. В Хандыкской средней школе в целях правовой культуры учащихся и гражданско-патриотических качеств личности ребенка состоялся брейн-ринг, посвященный Всероссийскому дню правовой помощи детям. В правовом брейн-ринге приняли участие учащиеся 8-11 классов, которые подготовили специалисты комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Тампонского района. Оценить знания школьников были приглашены представители прокуратуры, уголовно-исполнительной инспекции, правового отдела администрации района и комиссии по делам несовершеннолетних. Проведение брейн-ринга, считаю, прошло успешно. В будущем дети будут соблюдать законы и не совершать правонарушения, будут подкованы в своих знаниях. Четыре команды показали творческие номера на тему «Без прав не может быть обязанностей», а также продемонстрировали знания прав и обязанностей несовершеннолетних и имели возможность сопоставить ситуации и виды обстоятельств совершения преступления. По результатам игры победила команда 11 класса «Правые». Всем участникам вручены грамоты. И это очень интересно, когда мы боремся друг с другом, пытаемся, тем самым мы все подкрепляем свои знания. Пускай даже мы победили сегодня, я, конечно, очень рада нашей победы, но я считаю то, что здесь была ничья, потому что все старались и все очень хорошо выступили сегодня. Такой брейн-ринг помогает детям осваивать знания в игровой форме и лучше ориентироваться в правовом поле, что всегда пригодится им в жизни. Мария Винокурова, Павел Сивцев, НВК Саха, Хандык.